А можете рассказать, почему без масок? Если хотите, мы вам подарим масочку, если вы расскажете. Без маски. До свидания. А почему не носите? Потому что вот тут села, никому не мешаюсь. Лежит в кармане. Ну, не надеваете. Да. Почему? Да, потому что, скорее всего, уже болел или переболел, или болею. Ага. А других не боитесь заразить? Я думаю, что все уже чем-то приболели. Нет, маска у меня с собой. Ага, а обычно носите? Снял, да. Ой, у вас есть с собой? А как, обычно не надеваете? Да, я просто забыла. Я вышла из магазина, собственно говоря. Маску под шапку надевать очень неудобно, но я считаю, что шарф вполне себе может заменить. Он по плотности даже толще, чем маска. Она есть с собой, но в УЗИ ее заставляют носить на каждом занятии. И поэтому находиться в ней почти 24/7 – это очень тяжело. Поэтому, когда я прихожу в транспорт, я уже понимаю, что здесь меня так не будут. Контроль, конечно, нужен, но мне тяжело просто. Потому что, во-первых, здоровье дороже. И как бы ребенок спортом занимается. Не хочется, чтобы пропускало соревнования какие-то по той причине, что реально заболевших много. Хорошо отношусь к носить, потому что. Ну, потому что хорошо. Я даже не знаю, как это аргументировать и стоит. Просто как бы меня лично это коснулось. И с потерями, и со смертями, то есть близких людей, поэтому вот так.